Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в обзор новой версии Майнкрафта. Вроде недавно вышла версия 1.9 и уже вышла версия 1.10. И сегодня мы рассмотрим, что тут нового. И я буду рад, ребята, если вы поставите лайк, потому что набираем 2500 лайков и сразу выходит новое видео. И также, ребята, я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я рад, если вы потратите на меня 2 секунды, ребята. Это не так-то много. На лайк, на подписку, за это я вам всем вам скажу большое спасибо и сразу выпущу новое видео. И сейчас, ребята, мы сразу же будем приступать к обзору новых вещичек, которые добавили в версии 1.10. Я всегда хочу сказать 1.9, но это не 1.9, потому что я еще не успел привык к 1.9, уже выходят снапшоты на версию 1.10. И как вы уже заметили, ребята, что-то новенькое. И что это такое? Это, ребята, новый вид табличек. Я не знаю, нравится вам это или нет. Про каждую вещь пишите в комментарии, нравится вам это или нет. Но я не знаю, крутой ли это новый вид табличек, потому что все же в нашем вот этом слоту остается деревянная табличка. А тут она уже более такая модернизированная и выглядит как будто какая-то железная или что ли пластмассовая. Поэтому, ребята, я не знаю, нравится вам это или нет. Но все же пишите, ребята, в комментариях. И знаете что, давайте мы сразу приступим к следующему предмету. А следующий предмет — это очки виртуальной реальности. Да, вы не ослышались, ребята, это очки виртуальной реальности. И что они делают? В первую очередь мы можем их одеть. И слушайте звук. Это круто. Мы можем включать вот этот режим робота, да, как будто у нас на экране появляется такой небольшой телевизор, да, и все такие помехи. И также мы можем его выключать, нажав на F4. Но это еще не все. Как видите, они реально очень круто выглядят, но смотрите, что они делают. Смотрите на таблички, ребята. С этими очками вы можете видеть засекреченные послания, где написано «Обей! Обей!». Я не знаю, что это означает, но все же, ребята. Но это еще не все. Вы думали, что это все, но это не так. Это лучшее, что я видел в последнее время. Потому что, ребята, смотрите, что это такое. Это очки виртуальной реальности, которые будут нам заменять карту, которые будут нам заменять все. Как видите, ребята, я их снимаю, у меня ничего перед носом нету. Я их одеваю, и у меня перед носом появляется настоящая карта. Вот этот большой маяк, вот этот большой солнечный луч, ну или как это можно назвать, это означает то, что мы находимся в этой точке. И вокруг нас расположены биомы и всякое такое, и вы можете наблюдать, куда вы идете, что это такое, что перед вами будет. То есть вы знаете, если мы пойдем туда, то там будет какая-то гора. Если мы пойдем сюда, то там будет большое озеро. Если мы пойдем сюда, то мы там лаву встретим, а сюда мы пойдем, и мы там впереди найдем саванну. И это нереально круто. Это просто нереально круто. И я не знаю, как это описать, ребята, но это что-то новенькое. Вы также можете включать и выключать F4, да, чтобы получше было видно и чтобы вы могли посмотреть, что где находится. Потому что, ребята, это новая фигня. И я даже не знаю, как вам что сказать, но это просто что-то нереальное. Да, давайте мы снимем эти очки и приступим к следующему предмету, который также у нас тут есть. С этими очками у нас добавились умные часы. Мы можем одеть эти умные часы, то есть, вот смотрите, мы держим их в руке, и нам нужно переместить их на вторую руку, нажав на кнопочку F. Мы перемещаем, и у нас на руке появляются умные часы. Он даже их вот так показывает. Мол, смотрите, какой я крутой. И что делают эти умные часы? Ну, в первую очередь, давайте мы их снимем и выключим гейм-мод. Как только мы нажимаем F и помещаем им их на руку, то смотрите, что у нас вот тут, где я мышкой вожу, смотрите, что у нас тут показывается. А у нас показывается сколько у нас сейчас времени. Ну, конечно, это время в Майнкрафте, и время тут происходит очень, точнее, ну, очень быстро движется, если вот так выражаться, да? Но это еще не все, ребята. Как вы заметили, у нас в чате написало что-то странное. И вы видите, ребята, что это пишет? Это информация. Информация, сколько вы всего пробежали, сколько вы всего пропрыгали, сколько вы всего пробежали блоков. Вот смотрите. То есть, я прошел уже полкилометра, я пропрыгал 30 блоков, 40 блоков я пропрыгал, и у нас различная дистанция этого всего. Я не знаю, будет ли нам писать урон, какой мы нанесем животным.
Ни хрена себе ты быстрый. Нет, ребята, не пишет урончик, но все же это офигеть как круто. Я не знаю, ребята, что даже сказать. Если мы взлетим, допустим, на большую высоту, гейммод 1, ну как, вот сюда, да, и упадем, то нам чат напишет, сколько сердечек мы потеряли. И это просто нереально безумно. Мы также можем взять крипера, и, допустим, он нас сейчас убьет. Мы выключаем гейммод и посмотрим, что с нами сделает крипер. Да, взрывайся! Бум! И как видите, нам в чат написало то, что заметь, ты получил 30 сердечек урона. Да, я заметил, но я уже, конечно, умер, но все же я заметил. Это, ребята, нереально как круто, вы можете летать с этим. То есть давайте мы возьмем в гейммоде наши нереально крутые крылья. Элитра. Вот они, ребята, наши крылья. И взлетим на большую высоту. Точнее, да, взлетим, оденем наши крылья. И сейчас, ребята, мы выключим гейммод и полетим. В первую очередь слушайте новый звук, который был добавлен в крылья. Слышите, как будто мы реально летаем. А во-вторых, вы, ребята, видите то, что в чат нам пишет, сколько метров мы пролетели на крыльях. То есть это реально умные часы, которые прям, ну, нереально крутые. И вот это обновление Майнкрафта, новая версия, можно сказать, она связана с технологиями. И это очень даже круто. И последний предмет, который был добавлен в новую версию пробную, это... Как это сказать? То есть, как только вы оденете вот это... Я не знаю, как это сказать. Вот этот браслет, потому что это браслет, вы... находитесь под домашним арестом. Я говорю в прямом смысле. Мы одеваем этот браслет на ногу. То есть это, знаете, как будто заключенным что-то. Людям, которых отпустили с тюрьмы, или они там находятся под следствием, им одевают эти браслеты на ногу, и они просто-напросто не могут выйти своего дома. Вот, допустим, это наш дом. Если мы выключим гейммод, мы будем бежать дальше, да? Мы бежим дальше, бежим с этим браслетом. И он должен нас предупреждать то, что мы уже очень далеко отбежали от дома. То есть будем надеяться то, что он работает, потому что он в принципе должен работать. Я на это очень надеюсь. Мы вроде в принципе бежим очень далеко, но что-то он не хочет с нами разговаривать. Хоть в принципе должен. В принципе он должен с нами разговаривать, как я знаю. А знаете что, а давайте мы умрем. Вот смотрите. А нет, я даже это снять не могу сейчас. Странно, прикиньте. А я не знаю, ребята, вот видите, как только я одел вот этот браслет на ногу, вот видите, он у меня на ноге, я его не могу снять. То есть, как только я его одел, я поместил сам себя под домашний арест. Я не знаю, зачем это сделано, то есть, и в каких целях это сделано. Может, это будет полезно в каких-то мини-играх или на серверах, да? Но в одиночке я не знаю. В принципе, он должен нам в чат писать, мол, чтобы я вернулся домой. А может, нам вот это нужно одеть? Часики? Вряд ли. Но, в принципе, он должен нам писать, чтобы мы вернулись домой, потому что мы находимся под домашним арестом, и чем дальше мы будем отбегать, тем чаще он нас будет предупреждать, и тем чаще он будет нам писать то, чтобы мы вернулись домой, потому что ты находишься под домашним арестом, и также он будет нам кидать эффект, то есть ходьбы, не то что ходьбы, а слоунес, как это сказать, медленной ходьбы, потому что мы далеко уже отбежали от нашего дома. Мир, ты что? Мир, а ну давай грузись, мир. Во, вроде прогрузился, но, как я заметил, почему-то сейчас этот браслет не работает. И как, насколько далеко мы будем отбегать, он нам будет кидать замедление, и мы больше, в принципе, не сможем дальше бежать, потому что чем дальше мы будем отбегать от нашего собственного дома, тем больше замедления у нас будет. Я не знаю, как его сейчас снять, и, в принципе, что вообще с ним делать. Ну ладно, ребята, давайте мы убьем себя же, и нифига себе, смотрите, сколько урона я получил, 200 там миллиардов, нифига себе, поэтому лучше не прописывайте килл. И, ребята, как вы видите, мы вернулись сюда. Сейчас снимем вот это. Я уже не могу снять никак, поэтому я не знаю, что с этим делать. И давайте рассмотрим новый блок, который был добавлен. Я не знаю, зачем он был добавлен, но все же. Знаете, что делает этот блок? Этот блок — копия редстона. Он ничего не делает. Он такой же блок, как и редстон. Он называется USB Charger блок, то есть зарядка с помощью USB. И я не знаю, зачем он был добавлен, но все же, ребята, он точно такой же, как и редстон блок. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. То есть 15 редстона это максимум, что может выдержать вот этот блок. Как видите, тут у нас уже вот этот коннект с этим блоком не работает, и редстон начинает терять свою силу, чем дальше мы используем его только с помощью одного блока. И как вы видите, тут тоже в обычном блоке редстона, тут тоже редстон уже теряет свою силу. Поэтому, ребята, тут уже ничего нету. 15 редстона это максимум. Я не знаю, зачем он был добавлен. В принципе, он такой же, как и блок редстона. Ну, допустим, то, что его будут в чем-то использовать, и то, что он где-то пригодится, может, разработчики пытаются сделать что-то новое, и может, он будет намного лучше, чем блок редстона, ребята. Я не знаю. Но знаете, что я сейчас вам хочу показать? Я хочу вам показать, как будут работать вот эти самые крутые очки, которые мне, в принципе, нравятся больше всего. Конечно же, в аду. И, конечно же, в Эндмире. Сейчас, ребята, мы это подожжем и пойдем в наш Незер и посмотрим, будут ли тут работать наши очечки, которые работают прям отлично, работают в обычном мире, да, и которые помогают нам найти новые биомы и новые вещички, которые мы не видим невооруженным глазом. Давайте мы их оденем. Где они? Вот так. И да, ребята, как видите, очки работают даже в нижнем мире. То есть вы можете тут летать, вы можете смотреть, что тут происходит. И вы также можете находить уже намного проще крепости. Крепости тут будут видны практически за километр. Тут виден глоустон, хоть и в принципе он очень мелкий, его очень трудно заметить, но все же он виден. Также видно, где тут куча лавы, где тут горит огонь, и я пока что больше ничего не вижу. Но мы можем летать. И как вы видите, о том этом, точнее, я и говорил. У нас надет этот браслет. Вот, сейчас я могу его снять. Его можно снять, как оказывается, только в аду. И смотрите, что нам пишет предупреждающая система. То есть ты находишься под домашним арестом. Но где ты сейчас? То есть она не видит нас в обычном мире, потому что мы телепортнулись в ад. И как она нам начинает спамить: «О, привет, ты где находишься?» То есть я уверен, то, что у тебя есть важные вещи, чтобы сделать, но тебе нужно вернуться домой. Вернись домой, потому что мне тут одиноко. То есть она будет с нами в какой-то степени шутить. И поэтому, ребята, мы можем снять вот этот браслет и послать ее нафиг. Все, мы больше не под домашним арестом. Если хотите, можете обратно одеть и баловаться, да, мол, вы заключенные и находитесь дома. Но, как видите, крепость мы, к сожалению, не смогли найти, потому что это, в принципе, не так-то просто. Но с помощью этого нового предмета это станет в разы проще. Да, ребят, сейчас мы посмотрим, будет ли работать вот этот предмет в Эндмире. Посмотрим, но это еще не все, что я хотел вам показать. Заметьте, я выключаю гейммод. Сейчас я нахожусь в обычном сурвайвале, да, выживание. И как вы видите, ребята, скелеты также носят вот эти очки. И скелет на меня не нападает. Видите, я его бью, я нахожусь в выживании, скелет на меня не нападает, а паук нападает, потому что у него нету очков. И вот этот крипер также нападает, потому что у него нету очков. Но если я подойду к этому криперу, у которого есть очки, он на меня нападать не будет. Ну, взорви меня. Нифига себе, почти урона не нанес. И также, смотрите, на вот этом зомби тоже есть очки, он на меня нападать не будет, даже если я буду его бить. А вот этот крипер будет на меня нападать. Я не знаю, ребята. Вот смотрите, сейчас эта система начала работать. То есть почему-то только что она была залагана. Сейчас мне пишет то, что я отбежал от дома на 13 метров. И чтобы я немедленно вернулся домой. То есть, ребята, как вы видите... Ух, что-то меня начало лагать. Во, вроде все. Как вы видите, даже мобы носят очки виртуальной реальности. Я не знаю зачем. Мобы просто-напросто на тебя не нападают. Даже когда ты их убиваешь, они тебя не трогают. В чем прикол, я не знаю. Но если действительно разработчики решат то, что это будет круто, и если они оставят эти очки на монстрах, и 80% всех монстров тебя не будут бить, я не знаю, в чем будет суть Майнкрафта. Но, ребята, как я сказал, сейчас мы отправимся в Эндермир и посмотрим, что там такое и работают ли наши очечки там.
Ну что, ребята, вот я телепортнулся в Эндермир. И как вы видите, и даже тут работают эти очки виртуальной реальности, и они выглядят прям нереально красиво. И как вы можете заметить, даже эндермены бегают с этими очками. И что самое главное, если я выключу гейммод, но я его не могу выключить, потому что я только что поломал свою клавиатуру, и я сейчас даже... Нет, вот так могу. Я вылил кофе на свою клавиатуру, и сейчас левая сторона всей клавы у меня просто не работает, я даже не могу зайти в меню и написать букву А. Только я пишу букву А, у меня пишется буква С. Поэтому, ребята, лучше я вам не буду показывать, но все же, ребята, я как-то пытаюсь завершить вот это видео. И что самое главное, да, карта работает, очки работают. Это, ребята, очень даже круто. Я надеюсь, что новая версия Майнкрафта, если она выйдет, она будет нереально крутой, и там будут новые технологии. Это система защиты или система там, чего она там, система? Система безопасности, которая нас не выпускает с дома, меня уже заколебала. И сейчас, ребята, в принципе, мы будем заканчивать. Как я уже сказал, я рад, если вы поставите лайк. 2500 лайков, выходит новое видео сразу. Не забываем об этом. Также, ребята, как видели, сегодня было короткое приветствие. Я решил делать его таким, если вам нравится, чтобы приветствие было 20 секунд. Ребята, я буду рад. Я все хотел сказать лайк и многое другое, но я буду рад, если вы поставите лайк. И подпишитесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Подписывайтесь на мой канал, не толкайся, эндермен, у нас у обоих крутые очки, поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я также буду очень сильно этому рад, да, честное слово. И спасибо всем за просмотр, кто досмотрел видео до конца, приходите каждый день на мой канал, видео выходит каждый день, я буду рад вас видеть. И я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.